Не надо. А что? Ты спряталась. И ты чистишь машину? Ну-ка показывай. Ой, какой ты молодец. Сейчас машина будет как новенькая. Я починил и не знаю как, и это меня беспокоит. Но это лишний болтик, как всегда. Как лишний болтик? Папа, серьезно? Всем доброе утро. Я сегодня такая вот немножечко лохматенькая. Думаю, наверное, помыть голову, может быть, волосы уляжутся, пока они не хотят лежать. А я уже с утра покормила курешек, осталось покормить перепелок, еще там пару манипуляций с ними сделать, собрать заказы. И сегодня нужно ехать на отправку, а у нас сломалась машина. Что-то там со сцеплением, чего-то там с автоматической какой-то штукой. В общем, Саша сказал, что он будет сейчас делать. Но сейчас-то он виноград открывает, потому что вчера ночью опять был заморозок, а он меня не послушал, и поэтому ему ночью пришлось виноград закрывать, представляете? Вот, говорит, проснулся ночью, 1.5 градуса было, и побежал закрывать. И сейчас открывает обратно. А еще только что по телеку, короче, появилось предупреждение от администрации Краснодарского края, плановая проверка системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. Вот так вот. Самое интересное, Саша говорит, даже сирена была, но очень-очень тихо, я ее вообще не услышала. Меня позвала Катя, сказала, там по телеку что-то по всем каналам показывают. Ну, а там написано, что типа сирену услышите, подходите к телеку и слушайте, собственно, что случилось. Вот так вот. Так, я сейчас буду делать работу. У нас на улице солнышко выглядывает, солнышко, ну хоть что-то лучше становится, погода, это хорошо. Это уже настроение прибавляет. Потому что пока было пасмурно, у меня было плохое вообще настроение. Ну, вы, наверное, заметили по влогам. Вообще плохое было настроение. Сейчас облачка, когда совсем разойдутся, вообще будет кайф. Кстати, как погода у вас? У вас теплее, холоднее? Может быть, снег лежит? Пишите обязательно в комментариях. Ну ладно, а кто, если зашел впервые и не знает, кто я такая, то я Света, мама веселой семейки, на канале которой вы находитесь. А еще у нас есть 3 деток, 4 кошек, 2 собак и папа, муж мой. Он там вот как раз в саду бегает. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И, в общем, погнали дальше этот день проживать. Пойдемте заглянем к Кате. Нет, ну как ты? Катя сегодня осталась дома, она заболела. Поставьте лайк Кате, чтобы она выздоровела. Не надо, а чё? Ты спряталась. Ну, расскажи, как себя чувствуешь? Лучше. Лучше? Не до конца. Ну, не до конца. А я всё-таки вымыла голову. И нифига лучше пока не стало. Пока что я похожа на сумасшедшего профессора. Сейчас пойду попробую сделать волосы, ну, как-то вот красиво. А мальчики ушли чинить машинку. А мне сейчас надо пойти птичек докормить и заказы-то собрать. Запустила тут влоги выгружаться для вас. И все, я побежала. А, нет, волосы. Сначала волосы. Сейчас попробуем привести себя в порядок. Так. По-моему, как-то у меня в этот раз коротковато, что ли. Или нормально. В общем, что-то вот такое у меня получилось. Ну, какое-то оно прилизанное. Ну, волосы еще мокрые. Я только что полотенце сняла. Так, ну все, я побежала к птичкам. Покажу вам, что у нас творится перепелятники в курятнике. Давно же не показывала. Пойдемте со мной. И только первоначально забежим. Я вам покажу, что делают наши мальчики, как они чинят машинку. Кстати, на улице тепло, но немножечко прохладно из-за ветра. Вон наши мальчики, они около машины. Блин, они перестали делать то, что делали. А, Мася, привет! Привет, Миша, привет! Ты машину чинишь с папой? Вместе с папой? Ой, сколько ты сюда натаскал всего. И ты чистишь машину? Ну-ка показывай. Ой, какой ты молодец. Сейчас машина будет как новенькая. Миша, умничка. Ну что, каков вердикт мастера? Я починил и не знаю как, и это меня беспокоит. В смысле? В смысле ты починила, не знаешь ну, как? Кончилось место, куда натягивает трос. Но. Там переделал одну детальку еще. Ага, я смотрю, Мишенька. Но она тут продолжала грязно? Также не выключать сцепление. Ага. А потом я несколько раз на педаль резко нажал, отпустил, и оно заработало. То есть оно может сломаться в любой момент? Ну, по идее, да. Замечательно. А Миша, причем чувствовалось, как ногой выжимается корзина. То есть корзина
усилия корзины чувствуется. Да. Значит, эта вся система работала нормально. Почему сцепление не выключалось? Для меня загадка. Ощущение, что пригорел, прилип диск сцепления. Может, что-то там правда пристало, прилепилось? Может быть, что-то попало и вылетело, когда ты несколько раз нажал? Да, сыночка, ты умничка. Сломанная? Это надо починить изолентой, сына. Ну, в общем, вот такие вот дела с нашей машиной. Но починилась, и то хорошо. Ее бы еще помыть. Я так с намеком. А? Саш? Саш? Что ты размечталась еще и помыть? Ну, давай помоем, пожалуйста. А? 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 Мишка, ну-ка. Что, на эту поедем? А? На мойку поедем? Что, на мойку поедем? А зачем? Я спрашиваю. Ну, на мойку как бы это, деньгов нету. Да, ты все починил. Вот здесь надо, да, починить? Давай, показывай. Не светило. Ну, это лишний болтик, как всегда. Как лишний болтик? Папа, серьезно? Ну, это лишний болтик, который мы принесли. А, вы его принесли? Ну, ладно, ты я... Посмотри за него. Старается. Ну, давай быстрее, я так вообще-то птичек кормить пошла. Ну, че? Хорошо починили машину, сына? Говори. Ему понравилось, как ты резко тормозил? Потому что он не будет из-за этого пристегиваться, да? Ты что делаешь, что самолет не топчи, сына? А где хвост? Ты все поотломал? Эх ты, ребенок. Так, кину пока в машину самолет. Вот так. Может быть, сейчас уговорю Сашу помыть машину. Ай, цветочки. Кстати, мне тоже надо цветочку пособирать. Пойдем туда, за папиной машиной пособираем. Иди сюда, для шиншилки. Набрала шиншилли целую охапку. Смотрите, одуванчиков. Не знаю, почему шиншилла очень любит одуванчики. Сейчас будем ей отдавать. Я вам покажу, как она отреагирует. А еще мальчики согласились помыть мне машину. Так что у меня сегодня будет чистая машинка. Просто круто. Сейчас кормим шиншиллу, кормим птичек. Собираем заказики. И дальше делаем что-нибудь. В общем, давайте к шиншилле. Хотите увидеть мою шиншилку? Я думаю, что те, кто давно нас смотрит, они знают шиншилку. Что-то я опять какая-то лохматая после улицы стала. В общем, смотрите. Вот в этой клеточке живет моя шиншилка. Я настрою камеру. У меня вываливаются из рук одуванчики. Так открывается дверка. Она уже съела все семена. По идее, ей надо пропылесосить клетку. Но сейчас я ей дам сначала одуванчиков. Иди сюда, Шуша. Вот так вот. Вот так. Она сейчас будет есть листья и стебельки, а в конце будет кушать цветочки. Так, это все попадало у меня на пол. Оп. Ну, Шушечка, выходи. Вон она, видите, в домике сидит. Видите, там внизу уже нападала. Это старая трава, ее надо сегодня убрать. Ее я вчера давала. Сюда, Шуша. Смотри, какой букет я тебе принесла. А? Закрою клетку, так она скорее выберется. Как только начнет кушать, я вам покажу. Сейчас притаимся здесь в засаде. У меня, кстати, садится камера. Все выходит. Выходит, выходит, выходит. Сейчас. Кушает. Плохо видно ее через решетки. Но она боязливая. Вон, видите? Кушает. Она цветочек кушает. Сегодня она начала с цветочка. Няшечка. Кстати, зовут ее Няша. Видите, как она кушает цветочек. Любит цветочки, цветочки одуванчика. Тимая сладкая. Хорошая. Все. За следующим сейчас полезет, да? Не надо с пола подавать. Целый букет сегодня тебе на еду. Смотрите, вынесла с другой стороны. Я очень тихонечко к ней подкрадываюсь, поэтому говорю слегка шепотом. Хоть она у меня иногда берет корм с рук, она все равно очень боязливая. Это уже взрослая девочка. Ей около 2,5 лет.
поэтому приучить ее к своим рукам очень сложно. Листик кушает, все, побежала прятаться, спряталась от меня. Один минус у шиншилл есть, это то, что они очень сильно засирают клетку. Какают везде, а вот писить ходят в лоточек. Ты моя хорошая. Ну ладно, не будем ей мешать.